Всем привет! Вы на канале Animal Park Aurora. На видео я и наша выпускница Шанти. У Шанти есть свои владельцы, которые тоже очень любят. Вот. Меня она видит третий раз, но, как видите, вполне хорошо меня приняла. Мы везем Шанти к нашему другому выпускнику, которого зовут Арес, домашняя кличка Арчи. И везем ее с целью, чтобы они познакомились и полюбили друг друга. Вот. Потому что Шанти у нас пришла в течку, и мы планируем от нее получить замечательных щенков фолкособа. Вот. И скоро мы вам их покажем. Шанти сейчас 1,5 года. Она представляет из себя микс канадского волка и сибирского хаски. Примерно одинаковое соотношение. Так, это ее любимые владельцы. Кто готов взять на себя все тяготы выращивания и воспитания ее малышей. Вот, лапку на меня положила девочка. Смотрите, какая она красивая. У нее видно черты волка очень хорошо. И довольно такой яркий голубой глаз от хаски достался. Вот, отец у нее белого окраса, наш тоже выпускник. А Арес – это сын Лилу и Акелы. Акела у нас высокопроцентный метис хаски. А Лилу представляет собой смесь тоже канадского волка, евразийского волка, маламута и самоеда. От этой вязки могут получиться щенки самых разнообразных окрасов. Черные, серые, белые, небольшой процент шоколадных может быть даже получится, голубоглазых. И есть вероятность рождения щенков с длинной шерстью. Так, ну вот мы приехали. Два наших выпускника, Шанти и Арес. Арчи дома. Исчезли с виду. Thank you.
Ты молодец, Шанечка, молодец. Тихо-тихо-тихо, сейчас-сейчас. Да, в замочке. Молодцы, все стоим. Все стоим, молодцы, молодцы. Шань. Да не, нормально, они же, я ее придерживать буду. Она сейчас это. О, нормально все. Все, молодец, Арч. И Шанти молодец. Да, и Шанти молодец. Все, да ты умничка, потерпи, постой. Стой, стой. Все, молодец, Арч, стой. Да все нормально, они так это все время. Красавица, ты красавица, девочка. Давайте выпустим их. Давайте, идите побегать. Молодцы. Молодцы. Давай, Шань, молодец. Идем. Идите. Ай, молодцы какие. Все. Сделали дело. Второй, третий раз будет это по это уже полегче. Полегче. Ну не то, что полегче, поопытнее. Пойдет я, мужик. Да. Поздравляем вас с первым разом, да, молодожены. Снежочки. Постарался. Ай, какая.